Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса и моя сестричка Ксюша. Всем привет! И сегодняшнее наше видео посвящено обзору каталога номер 15. Угадай, какая страница? Пахучая! Потому что это коллекция с лимоном и вербеном Essence at Go. Какая она! Заказала лосьон для тела. Неимоверно для рук и для тела в ванную поставить. Так вот, чтобы конкретно стоял, руки помыл, раз нажал, не надо вот эти крышечки откручивать в кремах. Раз нажал, намазал, пошел. Вообще, конечно, наверное, надо всю брать. И жидкое мыло, и гель для душа, потому что аромат просто фантастический. Фантастический. Состав богат эфирными маслами лимона и вербены. И история бренда, этот бренд был в 67 году еще. Если у нас мед с молоком всегда была роскошная, то это еще роскошнее, чем. И такой видно. Так хорошо. Он солнечный, да, такой радостный какой-то, на душе хорошо становится. Аромат радости, счастья, аромат счастья, да? Вот для меня аромат счастья. Вот вроде бы не клубника, а не груша, как вот проводились исследования. То у нас не спрашивают. Я клубнику тоже очень люблю, конечно, обожаю. У меня любимая ягода клубника. А в следующем каталоге еще будет роза и сандал. Тоже интересно. Еще такой большой кусок мыла. Такой ты дышево намылился. Потерся об него. Краски для волос. В прошлый раз в покупках я показывала, я приобрела краску 8,45. И вот сейчас у меня уже волосы окрашены этой краской. Но мы с моим парикмахером решили сделать амбре. Корни не трогали, а нанесли. Очень мне, кстати, понравились переходы такие естественные. Как будто отрастала, выгорала на солнышке. В общем, очень мне понравилось. И волосы у меня окрашены... были не на натуральные мои волосы, а раньше-то я красилась темными красочками, 4,54 у меня была последняя, перед этим 5,25, и вот такой интересный каштановый оттенок получился. В общем, мне нравится такая игривая солнечная палитра. Классное предложение на коллекцию Swedish Spa. При заказе этого набора можно приобрести пилочку с 90% скидкой. И хочу, я уже рассказывала за этот набор, классный набор для восстановления ручек, чтобы они были ухоженными, красивыми, при этом приятные масла, наслаждаемся, вдыхаем, балдеем, расслабляемся. В нашей команде есть Ира, и она мне написала за масло, но она вообще очень творческая, она рассказывала, как она антицеллюлитный гель Swedish Spa с имбирем использует для косточек на ногах, при болях в пояснице, и она говорит, вообще эффект просто обалденный. Микроциркуляцию улучшает, получается, как раз это же проблема с нарушением микроциркуляции. Эффект, говорит, обалденный. И в этот раз она тоже классную придумку придумала. Вот это масло, она говорит, я его не для ванночек, я его, говорит, в аромалампу наливаю. И говорит, балдею по полной программе, надо будет попробовать. Мне нравится этот каталог, потому что в этом каталоге есть роскошные сегменты. Роскошный сегмент с туалетной водой. Потом такая роскошная страница... Такая балдёна, ну да, конечно, куда обойтись без декоративки, Джордани Гонлаки, такие помады, прям такие роскошные. Страничка с новой коллекцией по уходу за телом, такая вау, знаете, так вот, листаешь, листаешь, просто вау. И вот очередное вау, причем не просто вау, а мега вау. Я с каким трепетом жду эту коллекцию. Я уже пробовала пробник, я говорю в данный момент о коллекции No Age. Я пробовала пробник сыворотки. Если я попробовала эту сыворотку и получила такой эффект за 2 дня, то это ж как я буду? Через месяц применения. Всего комплекса. Да, да. Сыворотка, я обалдела. Мне ее хватило утро-вечер. И вот я попользовалась вечером, попользовалась утром. Сижу вечером следующего дня, ко мне приходит Юлечка. И такая сидит на меня, смотрит на кожу. Какая? Она, кстати, не знала, что я пользовалась этой сывороткой. Просто пришла на чай. Такая, какая у тебя кожа? Когда она мне комплименты сыпать, я говорю, Юля, это два применения. И я сама на себя смотрю, как-то она подтянулась, цвет лица. Как-то, знаете, вот когда постарше становишься, на себя смотришь, это не нравится, это не нравится, это все не нравится. Вернитесь обратно.
Да, это как будто сидишь, маскируешь, там, да, потом... А это вот просыпаюсь, смотрю, такая кожа, такая клава, такая... Обалдеть. Я прям с таким трепетом. Ты только лосьон пробовала? Сыворотку. Сыворотку. И монет еще, да? Ничего, только сыворотку. Я говорю, я с таким трепетом просто. Я не ждала так ни одну коллекцию, наверное, ни один продукт, потому что, ну, очень большие надежды возлагаю на эту коллекцию. Ну и технологии. Здесь стволовые клетки растений. Вот эта технология Новый Эйдж. Это фантастика восстановления. Стволовые клетки коллаген. В коже есть коллагеновые и эластиновые волокна. И получается коллагеновые волокна, у нас же коллаген уже достаточно давно коллекция. И стволовые клетки сейчас появились, но коллагеновые волокна восстанавливали еще трипептид-комплексом. То есть были технологии, которые позволяли это делать. А это еще полстволовые. А эластиновые волокна не могли восстанавливать. А эластиновые это вот, когда вот так вот берешь, как все девочки. Ой, да, хорошо выгляжу. Вот если вообще вот так, все. Люди в черном, а так, да? Так, да. Мечта. Да. И вот это получается эластиновые волокна. Или вот еще поспишь на боку, утром просыпаешься, блин, я поспала на боку. Это получается только впервые? Впервые. Эластиновые волокна, восстановление впервые. Поспал на бочку утром, просыпаешься, ты вроде бы встал, а твоя щека, она... За тобой не последовала. Прижата, как она и осталась. Ты ходишь, эй, эй. Сделайте что-то. Вот это вот проблема, почему? Потому эластичности, нет эластичности. Вот и как резинка, да? Если она эластична, она хорошо растягивается и стягивается. А если это уже не резинка, а уже остатки резинки, то она растягивается, но она обратно не стягивается. Вот наша кожа с возрастом то же самое. В юности и на лице поспишь, и как только не поспишь, встал и звезда. А сейчас на спине. Как королева. Ленин. Ну да, или так. Ну, зато нет морщин. Что делать? Или классная возможность заставить кожу вырабатывать эти эластиновые волокна, вот эти клеточки, фибробласты. И вот эта вот коллекция это делает. И она не только это делает, она восстанавливает и коллагеновые волокна, и эластиновые волокна. И тут и клетки стволовых растений, тут потрясающие формулы. Фантастика. Я так рада. Это мне компания стоит. Ой, что-то 40 лет Ларисе надо. Подарок. Девочки, такой подарок для нас компания сделала в виде этой коллекции. Это просто фантастика, конечно. Каждое утро просыпаешься, муж такой. Что за редко? Малолетка тут рядом, да. Ой, девочки, ой, как помолодеем. Ой, вообще прям с нетерпением жду эту коллекцию. Следующая страница. Страница 93. Хочу на ней остановиться, потому что коллекцию Diamond снимают с производства. Вот всегда, я понимаю, что если бы не снимали с производства коллекции, которые были перед этим, пусть даже самые наши классные, любимые, то каталог бы, наверное, уже там том. Энциклопедия советская. Ага, ага. Я это понимаю, но все равно есть классные продукты, которые хотелось бы, чтобы остались. И вот эта коллекция Diamond, она действительно классная. И в этой коллекции есть мицеллярная жидкость. Я очень сильно надеюсь, что мицеллярка появится в каких-то других коллекциях. Великолепное качество, она очищает бесподобно. Причем вот один раз протер лицо, и вторую ватку уже брать не надо. Но я вечером не тональные средства смываю, я очень люблю по утрам. Причем вот раньше... Я всегда просыпалась, и мне надо было пенящееся средство. Вечером пенящееся средство, только пенящиеся средства, потому что жирная кожа. Сейчас, получается, становлюсь старше, и вот особенно похолодало, утром просыпаюсь, мне пенящиеся средства не хочется. Это хорошо, ты мне когда не макияж снимать, а просто вот когда ты макияжа нет, а умываться нет. Ну вот да, да, потому что так и ваты много уйдет, и надо его дольше тереть. Да, я тоже люблю его все-таки именно утром, когда... Токсины, которые там кожа выработала, остатки крема, который не впитался. Я тоже люблю вот именно по утрам. Мне очень нравится. Комфортно, приятно, не надо пересушивать кожу пенящимися средствами по утрам. Очень-очень люблю двухфаска, вот это у меня утром, и мицеллярка. И у меня по настроению то-то.
Ой, люблю. И если вы не запаслись, вот сейчас есть еще такая возможность. Коллекция с 40-летнего возраста. Но, в принципе, с 30 лет можно брать, пользоваться. Хотя, я слышала, что из 25 лет, ну, это не крем, это очищающее средство. Поэтому можно себя, конечно, побаловать. Сыворотка, вот True Perfection. Шикарная сыворотка. Если, к примеру, вам повезло, и вам уже есть 40 лет, ну или почти 40, как мне, вы можете, конечно, взять коллекцию No Age новую и просто наслаждаться, обалдеть. Ну, если вам еще больше повезло, и вам еще нет 40 лет, то коллекция True Perfection для вас. Кстати, эта коллекция даже для 40-летних и за 40 лет, даже за этот рубеж 40-летний, все равно дает классный эффект. Именно красивая кожа. Когда ты смотришь на себя, ты себе нравишься. Вот тоже дает такой эффект. И обратите внимание, сейчас тоже идет хорошая цена на эту сыворотку. Коллекция Optimals. И у нас здесь есть интенсивное увлажнение. Кому эта коллекция будет хороша? Если вы так ожидаете похолодание, опять лицо, опять проблемы, опять шелушение, опять обезвоженность, опять эти пятна на лице. Вот если есть такая проблема у вас зимой, обратите внимание именно на эту коллекцию. Обалденно восстанавливает защитный липидный слой. Вот эти проблемные пятна, да, какие-то шелушения, этого просто не будет. Аленка ее обожает, она просто балдеет от нее. А когда-то она эту проблему шелушащихся пятен убирала самый первый крем, это был крем алоэ. Помнишь, когда мы еще только-только-только пришли в Oriflame? Самый первый крем для лица был. Я тогда на коллекцию Royal Velvet смотрела, как что-то, это когда будет? А я сейчас, Royal Velvet, нормально, капсулы, вам, мои любимые, молочко, там тоник, все дела. А начинали когда-то с алоэ. И Аленка, причем, я помню, я когда приехала, она говорит, Лариса классно восстанавливает уровень влаги. И мы наносили крем алоэ густо, как маску, и он весь впитывался, и настолько кожа прям такая, знаешь, мне тогда 24 года было, и уже настолько восстанавливает, казалось бы, что там восстанавливать, еще 24 года, а настолько был сильный восстанавливающий эффект, кожа прям разглаженная, такая красивая, увлажненная, вообще обалдеть. И в этом каталоге у нас тоже есть скидка на коллекцию алоэ, причем очень хорошая скидка, здесь у нас и скраб, и гель для умывания, и тоник, и крем-гель для лица. И вот если вам, как нам, когда-то еще можно позволить себе пользоваться такими продуктами, ну, я имею в виду не Royal Velvet, не No Age, да, а еще просто алоэ, когда надо просто увлажнить, когда надо поддержать кожу в хорошем состоянии, обратите внимание, потрясающая коллекция, органические экстракты сюда входят, увлажняет очень хорошо. И очень люблю очищающее средство. Тоник великолепный. Тоник не содержит спирта. Приятный, нежный аромат. Умывочка классная. Она достаточно мягкая. Вот мне уже, да, почти 40. А тем не менее, пенящееся средство. И это достаточно мягкое. Очень комфортное. Классная вещь, классная коллекция. А еще здесь есть такая губочка. Для очищения кожи. Я ее использую, когда пользуюсь молочком. Когда пользуюсь масками. Для меня это просто незаменимая губочка, она у меня должна быть обязательно всегда. И она очень-очень долгоиграющая. Лет 5 этим губочкам. И их не надо менять каждый месяц или там еще как-то. Они не одноразовые. Они обалденные за счет чего? Они, получается, когда высыхают, становятся тверденькими. И несмотря на то, что ванная комната влажная, не развиваются микробы, потому что губочка сухая, губочка твердая, микробам там вообще некомфортно. И она у вас лежит практически стерильная. Вы пришли, она тверденькая, вам надо масочку смыть, к примеру, или молочко. Вы ее берете под теплую водичку, смягчили, она становится молниеносно мягенькая, такая приятненькая губочка. Вы все это дело по массажным линиям смыли. Дополнительный очищающий эффект еще губка оказывает, отшелушивающий. Самый долгоиграющий продукт в Oriflame. Не, щетка для тела. У меня еще из коллекции алоэ. Не знаю, это щетки уже лет 15, наверное. Хоть бы что, нормально. Она мне уже летала и на пол везде, там на этом скололась немножко. Отличная щетка, вообще супер просто. Такая вообще вечный, это вечный продукт просто.
Поэтому щетку для тела обязательно надо иметь, обалденное отшелушивание для тела. И массаж, и сухое отшелушивание можно делать. Сейчас такая щетка не в коллекции Алоэ, как я брала, а в коллекции Шведиш Спа. И она даже, это, скажем так, усовершенствованная версия, потому что с обратной стороны еще пупырышки есть, еще целлюлит погонять можно. Обалденная вещь, обалденная. Мне щетина у нее нравится, она у нее вот правильной жесткости. Для живота мягенько надо, чтобы не сильно давить. Для спины, для бедер фантастическая просто щетка, обалдеть. Про сухое отшелушивание я рассказывала в одном из давних видео по уходу, антицеллюлитная программа, уход за телом, можете посмотреть в истории видео. Там более подробно об этом я рассказываю. Коллекция Макадамия идет с хорошей ценой, хорошее предложение, цену от 50%. Я хочу обратить ваше внимание на вот эти маски. Когда-то я делала видео «Пустые баночки», и я достала это саше. И я уже не помнила на тот момент, пока дело дошло до съемки, я уже не помнила, какой эффект был от этой маски. В этот раз похолодало, и у меня кожа как-то не успела, видать, приспособиться, включить все защитные ресурсы. И как-то обезводилась, даже шелушения пошли. У меня вообще такая редкая тема шелушения, а это вообще какая-то вялая, такая грустная. Как-то вот смотрю на кожу, ей конкретно надо питание. Одно саше на один раз у меня пошло, на одно применение. Я прям так щедро, густенько наложила, но эффект, казалось бы, коллекция, ну и из недорогих. Эффект обалдеть. Кожа разгладилась, шелушение ушло, и причем кожа стала вот такая белая, знаете, как вот в зеркальце. Кто на свете всех белее, всех румяней белее? Вот белее так точно. Такая, я прям любовалась собой. Так это не New Age, это просто макадамия вообще. О, интересно, там маску сделают потом? Как бы хотелось. Очень сильно хотелось бы. Снял со старой кожи. Снял и минус 20 сразу. Да. Глаз. Вот эта масочка, девочки, вот она почти такая, а эффект обалденный. Регулярная цена 30 гривен, сейчас 14,90, и сразу идет 2 саше, то есть это вам будет на 2 раза. Отлично. Если у вас кожа жирная, увлажненная, вы на себя смотрите, она вам и так нравится, то тогда вам, ну, нет смысла брать эту маску. А вот если надо напитать, если вы смотрите, какая-то сухая, грустная, вялая, с шелушениями, то обратите внимание на эту маску, прям великолепная. Рива, мужская туалетная водичка. Если вы смотрите мои видео, я ни в одном из них упоминала, как однажды я подвозила молодого человека, и он был надушен именно этим парфюмом. Какой он обалденный, это вообще. И зелень, и древесные ноты. И какая-то такая водяная свежесть, и мужественность, обалденный. Ой, обалденный аромат, и цена 179 гривен сейчас, 50% скидки, великолепный парфюм, 75 мл, это много, шикарный, просто шикарный. Очень мне нравится, что компания Oriflame в преддверии праздников классный, самый популярный аромат делает в мини-версиях, ну как мини, стандартная версия 50, да, если мы женские парфюмы берем. А праздничный вариант это 30 мл, в этот раз это Paradise A Club. Мы растем, меняемся, и кожа меняется по-разному, разные ароматы меняются, характер меняется, настроение меняется, по-разному начинают звучать ароматы. У меня раньше Экла, нет, только когда я пришла в Oriflame, я себе брала Экла, и он на мне прекрасно звучал. Потом я повзрослела, и он на мне стал в зелень уходить, как бы мне уже не очень нравилось. Вот этой вот роскошной сладости, вот этой пикантной не стало, на мне, именно на мне. Вот эта обновленная версия, ну и большая версия в том числе, я у Аленки в гостях была, раз, вот звучит так, как надо, вот именно Экла, знаешь, вот именно вот этот неповторимый шарм этой туалетной воды. Я второй день, обалдеть, а я, мне она приходила в подарок, у меня, конечно, клиентка ее забрала с руками и с ногами, я такая, мне тоже надо Экла, вот хочу взять себе такую маленькую версию, Paradise. Обалденно, это парфюмерная вода, очень устойчивая, такой прям характерный, вот необыкновенный аромат, он отличается от Псета и Кла, тоже такой с характером, не спутаешь ни с чем, такой особенный,
прям яркий такой, вообще классные ароматы, и здорово, что вот именно праздничная версия, эти ароматы, классное предложение. У меня многие девчата порадовались, что мужская архитект в этот раз вышла, праздничная упаковка, она как-то была по скидке, и многим не досталось, потому что на складе закончилось, и у меня там многие НСПО горестно вздыхали: а, хотим архитект, мой муж пользуется только архитектом. Вот. 30 миллилитров, очень здорово, что сделали тоже праздничную упаковку. Конечно. Полноразмерная версия смотрится так, уникальный дизайн. Это под современные здания, знаешь, вот такие, это же архитектор создавал. Как я люблю мужские ароматы. Ну, я знаю почему. Мужчины специально такими ароматами душатся, чтобы мы, девочки, балдели. Классный аромат, конечно. И вот здесь тоже 30 миллилитров, можно побаловать не только себя, но и своего любимого. Древесной. Это, да. Древесной. Да. Ну, Ривал, я тебе скажу, я вообще удивлена. Казалось бы, такой недорогой аромат, но он настолько роскошный. Вот он из дорогих, вот прям чувствуется, да? Стиль, роскошь, такая независимость какая-то, такая претензия. Мужчина на Мальбухе, да? Да, да, вот, да, вот казалось бы, Ривал, да? А вот такое вот, такое впечатление вызывает, обалденное. По поводу впечатления, вот Ривал у меня, я прям, кто там сел ко мне такой ароматный? Такая реакция на аромат у меня была и на Экла. Экла мужской, в этом каталоге он тоже идет по классной цене, с 50% скидкой, причем идет набором. Я помню, когда эта водичка первый раз появилась, вообще, в принципе, в каталогах Oriflame мужская. Сначала женская, потом через время мужская. У меня уже было СПО, но в то время мы ездили на склад, сами получали товар, сами его расфасовывали и привозили себе на СПО. Сейчас, конечно, компания круто привозит сразу на фирменных машинах, сразу под офис товар. Сейчас, конечно, это круто. В то время... тоже был особый шарм, потому что я обожала склад Oriflame. Да приходишь, там эти палеты, эта косметика. Ребята, потрясный персонал на складе, мы с ними дружили очень классно. Вообще очень любим. Вспоминаю те времена с таким удовольствием, приятно очень было. И я помню, уже был запуск новинки, и я ж стою, расфасовываю товар и слышу: «Экла». Я думаю, боже, Экла. Он просто... такой мягкий, знаете, как кошачья поступь, такая мягкая, знаете, такая большая кошка, скажем так, тигр, я не знаю, там уссурийский, такая поступь, знаете, лев, такая, знаете, вот ощущение от аромата именно такое. Я знала, что это Экла, понимала, что кто-то из наших же СПОшников или сотрудников склада пахнет этим парфюмом, я не устояла, чтобы не обернуться. Кто так пахнет? Покажите мне этого человека. Обалденный аромат. И очень здорово, что набор идет с дезодорантом, потому что аромат сильный, необыкновенный, и если дезодорант будет с другим ароматом, будет перебивать, да, то как бы не будет гармоничного такого образа. Здорово, 50% весь набор. Я когда у Аленки в гостях была, это вообще так интересно, я к ней приезжаю со своей косметичкой. Ну, естественно, у нее ее косметика. В итоге я уезжаю, у меня заказ. И так: у меня этого нет. Боже, как я без этого жила? Туалетная вода Экла, органайзеры и многое другое. У Аленки то же самое. О, как я без этого жила. И тоже какие-то продукты докупает себе. Какие обалденные органайзеры. Вот этот... огромный, он прям вот такой вот огромный органайзер, это и в ванную комнату удобно поставить, и просто на полочках где-то, настолько классная вещь, хотите шарфики, хотите украшения, бижутерию, косметику, что угодно можно, я себе H2 заказала. Вот такой вот органайзер очень интересный, у него плотный такой материал внутри, какой-то пластик. И он получается обшит, здесь и карманчики, опять же какие-то баночки, крема очень классно поставить, и здесь сбоку. Крема для век, там тени, в общем-то, здесь это все продемонстрирую. Обалденные органайзеры, очень понравились. Триммер. Я не помню, рассказывала ли хоть раз об этом триммере в своих видео, но это очень удобный триммер для тех, у кого густые брови, скажем так. Ветвистые. Да. Кому есть что красить, скажем так. У меня вот эта часть брови, она очень густая.
И если расчесывать брови, то получается волоски выходят и нарушают всю форму бровей. И надо состригать. Если состригать ножницами, то получается как-то ровно, грубо, некрасиво. А вот в этом триммере есть насадочка. Подлиннее, покороче, как вам надо. Очень классный триммер, очень мне нравится. Прям для меня палочка-выручалочка. И если у вас такие же брови, как у меня, обратите на него внимание. Алла, кстати, брала его, но она полностью любит прям выбривать. Ну, не одевает насадки, а просто вот наголо сбривает. Ну, я как-то вот редко так пользуюсь, я пинцет больше люблю. А вот именно длину брови люблю регулировать именно им. Над губой, я знаю, тоже им хорошо сбривают, девочки пользуются. Крема для рук и для ног. Большие объемы. Есть разные, на любой вкус и цвет. Есть нежность шелка, большой объем. Это вот для тех, у кого, кому нужен крем на день. И если вы работаете с бумагами, чтобы не липло, чтобы не оставляло пятен на бумаге, вот, чтобы не жирные руки были. Вот это как раз крем для бухгалтеров, то, что надо. Крема нежность. Я очень люблю эти крема, очень мне нравятся. Крема для рук – это продукт, который нужен абсолютно всем. Кстати, это же получается и классный подарок. Если вот Новый год впереди, это называется стопроцентное попадание. Бабушка, созванивались с бабушкой, бабушка говорит, мне нужен крем для рук. Вот представьте, за 80 крем для рук нужен. У меня Линка маленькая была, гуляют, то без перчаток, то снеговики, то еще что-то. Крем для рук нужен и ребенку в том числе. Ну, я уже молчу за нас. Мужчины после гаража или еще после чего-нибудь приходят, крем для рук нужен. У меня папа даже пользуется, все крема наши потаскал. А так, кстати, мужчины и делают. Mm-hmm. Так мужчины и делают. Поэтому универсальный такой подарок и для мальчиков, и для девочек, и для бабушек, и даже для деток. Всем нужен, всем полезен. Очень люблю такие мочалочки. Обалденные, отшелушивание конкретно идет. Причем, если вы нет скраб, это приятно. Это приятная структура, приятный аромат. Сам процесс очень приятный. Но вот эта мочалка, если вам надо конкретно отшелушить кожу, чтобы она у вас гладкая снять. Была, чтобы снять. Ничего там не каталось. Чтобы ничего там не каталось. Щетка для тела или вот такая вот массажная мочалка. Обалденная вещь. Люблю с любым гелем для душа, люблю с мылом Swedish Spa. Вот этим со скрабирующим очень люблю эту мочалку использовать. Обалденный отшелушивающий эффект. Прямо аж кожа дышать начинает. Знаете, как после бани там с веником. Прям открываются все поры. Классная вещь. И очень рекомендую. Вот у меня не вот эта оранжевая. У меня еще, которая вот была варежкой такая, причем одна у меня на две руки, причем в разных ваннах есть, и одна, две с пальчиком у меня их три. Две руки, мочалки три, потому что две ванны. А одна вообще еще, самая первая вот такая, то есть это я пришла в Oriflame 15 лет назад, я ее купила, и вот до сих пор я ей пользуюсь. Ей хоть бы шо, хоть бы хне, она не распустилась, не растянулась, ничего с ней не случилось. Губные помады 100% цвета. Наблюдаю за каталогами и смотрю, что такие глубокие, серьезные скидки на коллекцию 100% цвета. И мне очень хочется, чтобы это была просто замена коллекции и какая-то там 200% цвета пришла или 300%, но чтобы обязательно оставили. Почему? Очень демократичная цена, очень. Она и без скидки демократичная, а когда еще такие глубокие скидки, 29,90, губная помада, печенье дороже. Шикарные цены, шикарные помады, касторовое масло, витамин Е, на губах очень комфортные, цвета красивые. И более того, широкая палитра цветов. У меня есть девочки, которые конкретно любят 100% цвета. И вот сейчас, более того, я же заказы по СПО вижу, очень много в заказах этих помад. Самый ходовой. Ходовой, прям конкретно ходовой. Берут. Лаки для ногтей. Опять же, коллекция 100% цвета. У меня не один такой оттенок. Вот сейчас у меня вот этот нежная лаванда. Красивый глянец, красивые оттенки, прям вот такие, вот я смотрю, нежный розовый такой, прям вот такой нежно-розовый, леденцовый, алый такой красивый, ну на как, вот этот интересный, на какой ни глянь, вот прям такие интересные оттенки. Не содержит талола, не содержит формальдегида, хорошо держится, но вот у меня я третий день хожу сейчас вот с этим лаком, не желтеют ногти. Да, если вам хочется еще круче,
крутую кисточку, например, как The One, да, и еще более стойкий лак, это The One. А если вы вообще супер шикарная леди, и вам надо, чтобы лак еще восстанавливал ногти и ухаживал за вашими ногтями, то это, конечно, Giordani Gold, потому что туда входит еще и масло шиповника. В лак для ногтей масло шиповника. То есть вы накрасили ноготки, а у вас там салонные процедуры в это время проходят. Giordani, конечно, роскошные лаки я себе брала. Ну и последняя страничка. Очень контрастная по сравнению с этим. Впереди роскошь, сзади качество по не то что доступной цене, 35,90, ну или печенье дороже. Роскошная, роскошная, роскошная цена. Просто даром, я бы сказала, на очень качественную, хорошую тушь для ресниц. Натуральные воски в состав входят, длину хорошо дают, объем хорошо дают, отличные туши. Я себе, кстати, синюю заказала. Я как бы, конечно, любительница The One. У меня вообще, я люблю The One. Ну, Giordani, конечно, люблю. Ну, The One я люблю яркое все там. Такое необычное, яркое. Вот это мои слабости такие. Я заказала эту тушь. У меня была тушь 5 в 1 в праздничной коллекции. Конкретно вот такой яркий синий цвет. Я там делаю некоторые макияжики, темно-коричневые тени наношу на веки, а потом ярко-синюю тушь. Или наоборот, приглушенную тушь тоже вот из The One мне очень нравится. Ну, тушь вы уже видели у меня в пустых баночках, она закончилась, и мне прям не хватает ярко-синей туши. Я заказала вот эту тушь. И здесь можно побаловаться. Хотите золотая, хотите серебро, хотите черное. Ну, черное это вообще классика, конечно. И 35,90. Это, во-первых, и себе можно. И подарки. На разных оттенках поиграть, да. И шикарные подарки, потому что 35,90 это шоколадка. И есть разница, то ли вот вы сидите, вам приносят шоколадку. Приятно? Приятно. Или вам приносят тушь. Это не просто приятно, это кайфово, это вообще крутяк. Да, 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 так и есть. Ну и щипчики. Вот сегодня делала макияж, Оксанка приходит, говорит: Лариса, у тебя такие ресницы, что за тушь? Один слой буквально туши. The One, моя любимая. Моя, кстати, моя любимая тушь, она загибает ресницы обалденно. Но в этот раз я еще воспользовалась щипчиками. И вот каждый раз, знаете, отставляя щипчики, забывая, что некогда, то еще что-то. А потом достаешь, делаешь с ними макияж и такой: о, все, всегда, все мои макияжи будут с этими щипчиками. Насколько завивают ресницы, буквально там 7-10 секунд на каждый глаз, вроде бы не так много времени, а макияж совсем смотрится по-другому. И эти щипчики тоже идут дополнительно сейчас со скидочкой 35,90. Долгоиграющие. И, кстати, обратите внимание, расскажу вам сейчас обалденную фишку. Вот здесь идет силикончик. И когда вы каждый день пользуетесь, то этот силикончик стачивается со временем, он прям так прогибается. Не спешите их выкидывать. Вот здесь сбоку вот эта запаска. Силиконовая штучка, вы снимаете. Инструкция. И вот здесь запасочка. Благодарю за то, что были вместе с нами. И до новых встреч. Пока-пока.